Кто такие россияне? Это представители более 190 национальностей. Среди них ненцы. Ненцы – самодийский народ России. Самоназвание этноса дословно переводится как «настоящий человек». Ненцы населяют побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. В мире насчитывается около 45 тысяч ненцев. Больше половины из них проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Ненецкий язык относится к самодийской ветви уральской языковой семьи. У ненцев есть десятки слов для обозначения оленей и столько же названий снега. Традиционная религия ненцев – анимизм. С 19 века среди части ненцев получило распространение православие. Один из главных объектов художественного творчества ненцев – одежда. Из разных видов меха мастерицы создают богатые мозаичные узоры. Узнать больше о ненцах можно в проекте «национальность.ру».